Вот моя красота пасется возле соседского дома. Вот. Они знаете, какую траву любят? Конотопку. Они почему-то ее обожают. Вроде бы везде травы хватает, а им не именно ее надо. Такое чисто, как будто у них зубки режутся и начинают таким образом точить себе зубы. Хотя у них зубов нету. Ну, складывается такое впечатление. Дом. Это вот моя мелочь. Вот они, три штуки мелочь. У меня сейчас теперь осталось самец и две девочки. Вот девочки, и вот вторая девочка, а вот один самец. А четвертому самцу, то есть второму самцу не повезло. Собаки разорвали ее. Смотрите, пасутся все вместе, да, вот серый с белыми. И вот и молодняк тоже с ними. Но, когда в дома в загонах отделяются все, молодняк к ним не заходит. Если заходит, они начинают их там теребить. Серые в один загон идут, мелкие в другой загон. То есть белые в другой загон, представляете? А так вместе, пожалуйста, смотрите. Вместе все пасутся. А в помещении, как говорится, по отдельности живут. Вот как-то так. Погодка сегодня резко так изменилась. Жарко было днем чересчур, а сейчас попрохладнее стало, немножко свежий воздух такой-то. Хорошо, надоело это жара с одной стороны. Серые. Вот мелкие. Вот мелкая. И вот все вместе. Так что вот наша улица. Это вот наша улица. А это мои гуси. Мои радости. Так что вот, всем пока.